Ребята, всем привет! Рад вас снова слышать, видеть. Или вы меня. Смотрите, сегодня будем проходить особняк в 3DD и одного хила. Сейчас мы забафаемся полностью. Обедики сидим. Простые обеды я ем. Проходим в два лука, в хила и сина. Ну, один лук, один снайпер. Вы увидите, как оно у нас получится или нет. Без танка. Простое пособие. Мы будем танковать астелами. Лота. Основной наш астел. Хил будет отхиливать астелов. Ну и Тей будем тоже использовать. Так, побежали. Кучки мы собирать не будем. Будем бить по одному, два, три моба. Как они пробиваются, довольно-таки не тяжело. Вот Син бежал, их порезал. Мы расстреляли. Хил у нас тоже с нормальным дамагом. Видите, вообще никаких увечий они нам не наносят. Ну вот это все стояли рядом, расслабились. Сейчас того на лестнице грохнем. Здесь нужно сразу пойти в правую комнату, там убить, нажать на стенку. Сейчас увидите. Тут стоит такой крепкий моб. Дальше три слабеньких. Видите, я накладываю негативные эффекты. Два астела, которые накладывают негативные эффекты. И один отхиливает. Их я и использую. И то два моба. Вот они охраняют как раз эту стенку, где нужно нажать. Ну, статую. Вот, видите, светится. Вот нажимаем сначала ее. Она проходит. И там нужно теперь две возле лестницы нажать. Слева и справа. Тоже типа памятники, они не с памятника. Вот сейчас нажмут. Портал пропадет, побегут сразу два моба, кажется, на нас, да, вот двое бегут. Убиваем их. Видите, шипы я поздно поставил. Когда уже пробежал моб, я поставил шипы, нужно было раньше. Тык, видите, насколько сносит. Ну, мне где-то 1004-5 хп сносит. Здесь еще трое стоят. Сейчас сверху будет еще парочка. И будет босс. То есть не надо кучу здесь собирать. Они и так быстро убиваются. Их немного. Их мало. Первый босс, увидите, ничего сверхъестественного не делает. Второй потяжелее. Сверху он ходит в ту сторону, можно бить, можно не бить. Просто он потом, если увидит, подойдет, ну, не проблема, одного будет убить. Сейчас все забегут. Настроим танка. И все, он его отгоняет в угол, потому что на ком будет появляться желтый шарик, он должен будет бежать в другую сторону. Астелы тоже. Там когда желтый шарик, если с твоей стороны чем больше людей, тем он, насколько я понимаю, он больше дамажит. Даже если это астел. И убивает. Первые шарики не сильно крепко бьют. Я так понял. Он, видите, он прыгнул и ударил его. Того, кто рядом стоял, он не ударил. Но очень часто, когда я такой шарик наблюдаю, он может все снести, что рядом с ним стоит. И спереди. Вот это со стрелочкой.
Нужно стоять одному. Он наносит дамаг одному и не дамажит всех. Если там не стоять, он продамажит всех. Ну, красное вы поняли, он волну пускал, в одну половину взорвал, потом другую. Там по четверти поделено. Ну, сейчас стрелочки еще появятся. Здесь он просто дамаги пускает. Видите, мы хороший урон ему пускаем. Тоже вот запустил. Четыре стороны. Его опять оттянули в угол, чтобы легче было желтой сферкой бегать. Бьем, бьем, бьем и наблюдаем, чтобы ни у кого не было желтой сферки над головой. Если у кого-то будет желтая сферка, он должен будет забежать в одну сторону к нему, а все остальные быть с другой стороны. Желательно, чтобы пилота была с другой стороны. Ну, танк, видели? Вон там была желтая сферка, он прыгнул. Наш хил успел нажать щит, потому его не продамажило сильно. А вообще он может выносить, нечего делать. Вот, со стрелочкой. Один тут должен стоять. Будет двое стоять, продамажит сильно. А одному он сколько мне сносит? Ну, процентов 30. 3000 где-то мне сносит хп, может быть, до 4. Там по-разному. И все. Если их две... Вот, одна появилась. Он там станет. Я должен уйти с красного. Вот тут еще такой глюк. Оно, видите, прошло, стало белое, потом ударило. Вот, прошла до конца. О, начало бить. Это обновили. До обновы такого не было. Там была пауза в 3 секунды. Оно доходило до конца. Вот, сбегаемся все в центр. Ну, наносим дамаг, я думаю, желтая. Не, вон появилась желтая опять. Он отходит подальше от всех, а мы в другую сторону выбегаем. И она его дамажит. Он собой жертвует полностью. Ну, поскольку он крепкий у нас хил. И отхиливает хорошо, он выжил. И удар принял, и выжил, и щит успел поставить, и танкует. Молодец. Все, убили, нам ничего не дали. Из хорошего здесь дается на шанс крита корона физического. Это топовый. Топовая реликвия для кто ходит в PvP. Для физиков. Ну а для хилов второй дает хорошую реликвию на эффекты. Вот, идем дальше. Открылся портал. Тут опять мобов уже чуть-чуть побольше. Сейчас зайдем в середину. Увидите. Что на первом боссе главное? На стрелочке по одному становиться и когда желтый, выбегать в другую сторону. От всех других членов команды. А всем членам команды выбегать в другую сторону от желтого. То есть без дискорда тяжело здесь играть. Если это танк будет, вот мы в 3DD и хила, то желтая, я заметил, всегда, ну по крайней мере при ней, всегда появлялась на танке. Я уже раз 15 сходил, всегда была на танке эта желтая сфера. И он просто стоит с другой стороны, нам и бегать не приходилось. Но с танком немного дольше все. И он больше скиллов успевает запустить, чем в 3DD. И танка тяжело искать. Танки как-то не сильно отвлекаются на серьезные данжи ходить сейчас, как они появились. Может, в дальнейшем и будет больше танков крепких. Но сейчас как-то не очень они. Тяжело найти. Ну и вот бьем и мобов. Чтобы мы кучу собрали. Ну там, конечно, массовками чуть-чуть покидали. Но мы бы потом просто бегали от них. Если бы мы кучу собрали. Мы бы сколько им снесли массовками половину хп. И потом половину бы по чуть-чуть сносили и бегали. Наверное, бы еще дольше били. Еще бы умереть могли. Потому что таких, не знаю, мобов 5 тебя ударит. Можно и отъехать. Ну, с одного тыка. Они же вместе подбегут. Вот он, мини-босс. Его бьешь, если быстро не выносить, он появляется одна сфера возле него, и дамаг по ему не проходит, нужно сферу бить. Вторая сфера возле него, и так до трех сфер, пока его не убьешь. Мы его вынесли до того, как он хоть одну сферу призвал. Они сбоку появляются, и на него проходит, там, допустим, проходило 2000, 3, начало проходить по 100, по 200 дамага. Ну, разница сумасшедшая. Может добивать очень долго, если сферки не бить. Теперь другие слабенькие мобы. Крысы, они легко бьются.
Там, видите, побольше стоит. Ну, их нечего делать, по одному, по два, по три выцеплять. Особенно лукарям на дистанции. Подбегать не надо. Стрельнул он и сагрелся. Можно спокойно 2-3 агрить. Не, они не очень крепкие. И тот даже крупный, который ходит, он тоже ничего сверхъестественного из себя не представляет. Просто идем и расстреливаем. Идем, идем, идем. Я вам полностью показываю, не ускоряя ничего, чтобы вы понимали весь процесс и ничего не пропустили. Насколько оно затратно по времени. Уже если ускорить, то непонятно. Быстро фух пробежался вроде бы, да? Но на самом деле какое-то время занимает. Вот тут будет стоять такой мини-босс. С него падают сундучки золотые, ну, запечатанные шмотки могут падать. Сейчас это убьем, вот тот, что стоит дальше. Он и покрепче. Видите, как ХП тяжело уходит. Даже все накинулись. Бафы набросали, и все равно тяжело. Но он ничего не делает, не бьет нас. Там крутится себе, да и вертится. Без проблем. И вот он, главный босс. Сейчас нужно сделать ребаф по-любому. Подумать, кто чего будет бросать. Он тут сначала будет станет. И станом, ну, продамажит там на пару тысяч, по-разному. Он может от полутора до пяти, наверное, тысяч продамажить. И бросает стан. Со стана можно выйти, можно подождать. Там стан висит буквально секунды 3-4. Он в это время не дамажит, если там есть астел танкующий или танк. И все, и вышли, и дальше бьете его. Хил отхилил всех. Вот видите, подняли стенки. Через эти стенки пройти можно, но за стенками будет вам наноситься урон. И вот мы бьем, бьем, бьем. Сейчас он набросит на нас стан. Вот набросил, видите, мы такие в дыму стоим. Я снял стан и давай бить дальше. Урон-то мы ему хороший вносим. Дамаг, дамаг, сейчас будет много разных скиллов бросать. Мы его по максимуму. Видите, пока ничего страшного. Вот он прыгнул, был желтый кружок. И вынес. Шотнул с одного тычка. Если бы кто-то стоял возле него, он бы его и шотнул тоже. Вот от таких отходим. Полностью. Стрелочки нету сверху, отбежали. Еще тут должна сферка. Вот она, сферка появилась. Ее нужно бить. И сейчас на нее будет территория сужаться. Вот так, вовнутрь. Если ее не убить, она продамажит, когда сведется полностью. Вот, смотрите, баба! И все, что в округе, и не только, все продамажило. Но ее нужно добить. Теперь босса бьем опять. Опять от этих отходим. Ну, мы много урона наносим. Он сейчас, ну, он и так нередко разбрасывается скиллами. А так еще чаще. Ну, зато, может быть, не будут появляться эти сферки. Главное, желтый шарик, чтобы был с одной стороны. Вот когда без танка, это тяжело контролировать. Он может на любом появиться. И он на него напрыгнет. И все, кто в этой стороне, он их шотнет. И каждый шарик все опаснее и опаснее. Их там три шарика вроде может быть. Вот, в центр сбегаемся. И волны еще разлетаются. Все. Вот так. Когда наводят, можно по боссу стрельнуть этой штукой. Можно просто развернуться в другую сторону, но оно немного ключит, обратно разворачивается. Но можно разворачиваться, оно сильно не дамажит. Там на процентов 30-40
Если у вас, как у меня, 9 с лишним тысяч хп. Просто в другую сторону развернулись, оно пульнуло. Видите, опять прыгнул и убил. Желтая появилась. Ну, мог и всех убить. Мы были с другой стороны. А тут нас спасли. Вот, в этой стрелочке один должен стоять. И сфера появилась. Нужно сферу сзади бить. А ее никто не видит. Вторая стрелочка. Нужно в этой стрелочке стоять. Она тоже продамажит. Одного нужно, чтобы продамажила. И бьем его дальше. Бьем, бьем, бьем. В конце, кстати, тоже нужно будет успеть урон нанести. Опять, видите, появилось это. И теперь желтый смотрим. Успеет появиться. Нужно урон нанести, чтобы не успела желтая появиться. А то еще раз кого-то убьет. А то и всех. Вот, желтая появилась. А нам нужно в другую сторону от него. Ну, он вообще убежал. Ну, спасибо. Нас всех спас. И сейчас бьем. И нужно на стрелочку стать. А он побежал уже в центр. Там нужно урон наносить. Вот сфера. Кто сферу убьет? Бьем сферу. Сколько всего много. Не вовремя. Не всегда так. Есть, сферу выжили, это убили. Бьем его. Продамажил он. А, он еще не в центр. Нормально. В центре он там стоит, я не знаю сколько, секунд 30-40 и просто всех убивает. Вот, побежал на центр, какие-то три. Вот эти три сбоку не бейте, все вносите ему. Не успеете убить эти сбоку его. О, мы быстро его в этот раз убили. Ну я же говорю, где-то секунд 30 его убить. Это просто у него очень мало осталось, когда он побежал. Обычно у него больше остается. Его там тяжело бить, у него же три камня этих сферы защиты стоит. Ну короче, вот такой вот данж. Вы можете каждый его пройти. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите дальше. Будет что-то, какой-то вариант еще выпущу. Пока.